Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я вам хочу показать свой заказ с сайта NewChic. И также вам хочу сказать, что сейчас проходит 6-я годовщина этого сайта, и, соответственно, до 7 сентября там огромная распродажа. Так что, девочки, обязательно посмотрите, потому что сайт очень достойный, и вещи там ну просто очень классные. Мне, по крайней мере, нравится безумно. Также я вам оставлю промокод на скидку 28%, который будет действовать на все товары, которые не находятся в категории распродажа. Сейчас я вам покажу вещи, которые я уже постирала, отпарила, и, соответственно, могу с полной уверенностью сказать, что вещи эти мне очень понравились, они очень классные, качественные. Так что давайте все покажу. Ну и давайте я вам покажу первую вещь. Это вот такой комбинезончик, который, девочки, мне просто безумно понравился. Очень он классный. Его можно сочетать и делать как классический вариант, так и вариант с кроссовками, кедами, да. И по-любому он будет смотреться отлично. Значит, эта ткань не, ну, не как пальто, да, а как брючные вот костюмы, да, как костюмная такая ткань, достаточно плотненькая. Здесь идут, соответственно, пуговки, это не обманки. Вот такие пуговки, кстати, тоже очень прикольные. И вот после стирки, как вы видите, они не потерлись, ничего с ними не произошло. Вот такой вот симпатичный здесь рукавчик. Вот так вот сделано, идет прямо под горлышко, и еще к нему, ко всему этому делу, идет вот такой вот поясок, который мне, кстати, очень нравится, я даже не хочу менять, хотя можно играться, можно сюда, допустим, белые кеды и белый поясочек одевать, можно надеть туфли, это будет как более такой классический вариант, но, в общем, он мне безумно понравился, и понравилось мне еще то, что вот это вот расстояние вот до сюда, то есть у меня вот здесь вот еще есть свободное расстояние, потому что, ну, бывает, комбинезоны грешат тем, что вот такое вот, ну, маленькое расстояние делают или слишком длинное расстояние. У меня рост 1,65 м, мне подошло идеально, я заказала в размере М, опять же, ориентировалась на размерную сетку, как я говорила уже неоднократно. Вот, в общем, вот такой вот он, здесь такие выточки сделаны. Качество материала, качество пошива, вот просто выше всяких похвал. Очень мне понравилось. И понравилось, как смотрится этот комбинезончик. Давайте я вам сразу буду показывать все на себе. Итак, девочки, покажу вам первый вариант. Ну, вот как я это вижу. Вообще можно туфли на каблучках одеть. Маленькая черная сумочка. И сам непосредственно комбинезончик. Сидит он на талии. Мне очень нравится, как он смотрится. Вообще, на мой взгляд, классно. Вот эти вот рукава тоже очень прикольные. Одела сейчас туфли на каблуке. Вот. Но честно скажу, что мне такой вариант не нравится. Мне больше нравится вариант на низком ходу. Ну, вот такой для меня более носибельный вариант. Вот. И мне больше нравится именно так. Лично мне вообще нравится именно вот такой вариант. Единственное, что, может быть, все-таки это у меня кроссовки, но они уже тоже такие, как сказать, видавшие виды, да, их тоже нужно заменить. Мне, точнее, я хочу купить белые кеды. Я уже говорила, что у меня белые кеды, ну, в общем, порвались, да. Я так новые не купила, но неважно. Вот такие у меня есть кроссовки, они светло-светло-голубые, тут уже все потерлись, но неважно, да, показать. И это у меня поясная сумка, которую также можно одеть вот сюда. Я сейчас одену, вам покажу. Просто как вариант беленькой сумочки какой-то вот сюда. Вот такой вариант, это прям мой вариант, честно. Сочетание такого более классического с кроссовками. Я вот такое вообще обожаю. И более носибельно. Мне очень нравятся вот эти рукава, девочки, вообще не могу. Класс. И вот с поясной сумкой, если одеть, я правда делала прям на пояс. Но неважно. Вот мне вот такой вариант, я вообще обожаю вот такое. Вот. Так что мне такой вариант очень-очень нравится, больше даже, чем вариант с черной обувью. Мне кажется, вот так вот, ну, так вот прикольнее, не знаю, мне больше нравится вообще. Даже то, что кроссовки такие светлые, голубенькие, тоже отличный вариант, отлично смотрится. Даже можно с рюкзаком сюда, им будет отлично. Итак, следующая вещь, это вот такая вот кофточка, которая мне очень понравилась тем, что вот здесь вот такие завязки. Мне это очень понравилось, вообще безумно, с джинсами, с черными, синими, вообще будет просто идеально. Я вот хочу это носить с черными джинсами, такую кофточку. Она сделана, видите, как такая вафелька, но очень-очень такая мягкая ткань.
Все ровненько тоже прошито. Ну, здесь вот немножко ниточка торчит, но это ничего страшного. Пуговки вот эти вот расстегиваются. Такой V-образный вырез. Очень она мягкая, приятная. Я тоже заказала в размере, по-моему, M все это дело. Да, в размере M. И сидит на мне вот так, как я хотела. Свободненько, классно. То есть полоса черная, белая и серая. Есть в других расцветках на сайте. Вы можете посмотреть. Ссылочку, конечно же, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Но вещица просто классная. Такая, ну, базовая. Тоже с кроссовочками будет отлично смотреться. Ну, все это такие летние варианты, да. А, вот эта кофта сидит достаточно свободненько, видите. Я именно так хотела, чтобы это все дело выглядело. И здесь идет такая завязка, да, можно потуже там завязать, можно как бы вот так вот завязать, да. Сзади она немножко удлинена, то есть скрывает все то, что нужно. Так, а тема, я пришла посмотреть, чем я тут занимаюсь. Вот, вот такой вариант, именно с черными джинсами. Я когда заказывала эту кофточку, я видела ее именно с черными джинсами, потому что здесь черная вставка, темная какая-то обувь и рюкзак. Вот так вот я все это, по крайней мере, видела. Мне кажется, такой вариант очень классный. Кофточка очень приятная, здесь достаточно глубокий вырез. Но можно одеть сюда какую-то футболку или топ, да, или майку, чтобы если... Ну, как бы беленькую, да, здесь будет торчать, будет очень даже симпатично. Ну, и я тут сразу подготовилась, так как я показываю несколько вариантов. У меня же еще вот эта сумка-шоппер, которая у меня, кстати, так не выровнялась, ну ладно. Вот, можно и с сумкой, да, тоже будет отлично, на мой взгляд, смотреться. Очень даже неплохо. Но мне больше нравится именно вариант с рюкзаком. Мне кажется, это такой, ну, такой вообще ежедневный, там куда-то побежать. Очень классный вариант, мне очень нравится, очень симпатичные вот эти пуговки, они такую изюминку придают, на мой взгляд, ну класс. И, кстати, вот эти пуговки сочетаются у меня вот с этими косичками на рюкзаке, да, девочки? То есть все продумано до мелочей, вот. И такие же коричневые у меня есть на кроссовках, да, надпись. Вообще, вот такой вот, на самом деле, вот такой стиль, вот такой вот, как вот, вот вы сейчас видите, это вот для меня самый вот, ну, самый комфортный, больше всего я люблю именно что-то подобное одевать, куда-то побежать и так далее, прикольно. И следующая вещица, это вот такая белая блузка, рубашка, которая меня покорила своими рукавами. Девочки, вы посмотрите, какая прелесть. Единственное, что их очень сложно отгладить. Они сильно не мнутся, но вот это я вижу уже, вот сейчас досталось, что я просто плохо отгладила. Честно вам признаюсь, это я во всем виновата. Здесь идут вот такие пуговки. Тоже я заказала в размере M, потому что не хотела, чтобы она облегала. Я данную вещь вообще планирую носить с джинсами. Но, например, вариант пойти на праздник к... в садик, например, да, к ребенку или вообще на какое-то мероприятие. Отличный вариант, так же, как офисный вариант. Сюда, например, можно одеть либо жилетку, да, какую-то теплую, либо кардиган, который вот так вот, ну, засучить рукава. То есть такой вариант я, кстати, тоже где-то видела. В общем, очень классно. Это полиэстер, да, но очень такой... Прям, знаете, такая ткань, как немножко шелковистая такая, очень классная. Мне понравилось, но мне понравились рукава, девочки, ну вы поняли, да? Рукава, они решают все. Причем вот эта ткань, она вот здесь вот, ну как бы в некоторых местах прошита, чтобы она именно сидела сборкой, а не спускалась вот так вниз. Мне это очень нравится. И внутри тоже есть как бы ткань, то есть это сверху пошито на рукав. Причем пришито очень качественно вот здесь. Ну, она же так плохо отпарила, девочки, я так старалась. Плохо отпарила, ну ладно. То есть вот здесь вот все хорошо пришито, здесь тоже прошито, все отлично. Мне очень понравилось и качество, и то, как она смотрится, вот эти рукава. Я не знаю, я в последнее время вообще балдею от такого всего, когда на рукавах что-то такое интересное есть. Мне кажется, это очень-очень здорово. Ну, давайте сразу покажу, как смотрится на мне. Итак. Вот эта рубашка, в которой вот такие вот потрясающие рукава, которые я плохо отпарила, девочки. Здесь тоже плохо отгладила. Ну ладно, я ее отглажу, если что. Еще она мне сейчас все равно будет пока висеть в шкафу. Очень классные рукава. И это, на мой взгляд, та рубашка, которая вот больше ничего не нужно для нее. Я оставила сейчас вот в таком виде, чтобы показать, какая у нее длина. Как вы видите, вот, так, вот такая вот у нее длина. Вот, очень...
Ну, она мне нравится вообще безумно. Вот эти рукава, это просто потрясающе. Это вот не в заправленном варианте. И вот ее заправленный вариант, который мне нравится намного-намного больше. И я эту блузку вижу вот лично в своем гардеробе именно с джинсами. Ну, или с какими-то более такими, ну, скажем так, расслабленным низом, да, каким-то. Потому что все-таки у меня такой менее деловой стиль, скажем так. И поэтому для меня вот больше... Блин, надо же, так плохо распарила рукава. Ну ладно. Для меня более вот, вот таким образом. Какой-то, ну такой выход, скажем так. Рубашка вот это вот просто... Эти рукава, это что-то с чем-то. Мне очень нравятся, девочки. Ну, обувь я уже не стала вам показывать, потому что это более у меня такие сапожки нужно доставать, которые я до сих пор еще не достала. У меня еще... Надежда на лето, у меня еще босоножки стоят. Вот, так что, ну, рубашка, вот, на мой взгляд, она не требует больше никаких украшений, ничего. Можно как-то уложить волосы, распустить. Если волосы сделать там завитушками такими, то это будет вообще очень-очень классно смотреться. Вот такой вот вариант. Ну, вот эта рубашка, это вообще, ну, это просто класс. Мне очень нравится. Так что вот такой вот, девочки, у меня был заказик. Вот, мне безумно все нравится. Мне вообще нравится качество. И я считаю, что на сайте New Chic, например, соотношение цена и качество просто потрясающее. И я вот... Ну, то есть не было ни одного моего заказа, чтобы вот я прям разочаровалась. Я вам честно скажу. Действительно, очень классные, достойные вещи. Вот. Так что не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Не забывайте, что сейчас там на сайте проходит распродажа в честь годовщины 6. И также промокод на скидку. Так что переходите в инфобокс, открывайте, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую и до новых встреч.